Привет, друзья! Жан с вами. Признайтесь честно, вы тоже обрадовались, когда услышали, что Нурсултан Абишевич крякнул? Не надо смущаться. Я на радостях поздравил родных, как с праздником. И с нами празднует весь Синет. Ура! Умер! Многие совсем наоборот желают Елбасы долгих лет жизни. Правда, чтобы провел он их в тюрьме. Неудивительно, что шал откинулся после таких-то пожеланий от народа на день рождения. Будут ли у вас поздравления Назарбаеву? Нет, конечно. Зачем? За такую жизнь, что ли? Нищенскую? Никаких поздравлений. Ничего не желаю. Мы хотим, чтобы скорее ушел. Освободил народ. Мы уже устали. Пускай уходит побыстрее сам. Жутко. Сколько людей в стране ненавидят Шуала? Потомкам будет стыдно за него, как за Сталина, либо мерзко, как от Гитлера. Представляю, как бы выглядели его похороны. На этих похоронах каждый день траурная музыка. It's all about humanity. Фу, ну это бред. Что бы я сказал на похоронах у старикана? Как вариант... Гореть тебе в аду, главный коррупционер, первый диктатор. Чтобы дьяволы забрали тебя на шалах, всю твою семью в тюрьму. Блять, как видите, комментеды искренние, как говорится, от души. И ведь сложно не согласиться. Только представьте, что без дряхлого кочегара мы бы жили на уровне Эмиратов. Теперь отстаем на долгих ебучих 30 лет. One eternity later. Сами видите, что шал уже одной ногой по ту сторону. Ни живой, ни мертвый. И он уже не остановит механизм перемен. Но все же есть пара причин пожелать Назарбаеву долгих лет жизни. Сперва шала будут судить, чтобы он долго сидел со своими подельниками. И только представьте, как Казахстан с этим гоблином во главе пробивает новое дно. Хуже него только черная вдова Дарига. Смотрите, я рассказывал о ней в другом видео. Мужикам смотреть обязательно. Мы гордо смотрим вперед. Только мы с вами выбираем, куда дальше идет страна. Вы вообще задумывались, каким вы видите Казахстан в будущем? Расскажите в комментариях. Мне интересно, что думают подписчики. Ставьте лайки, если со мной согласны. С вами Жан. До скорых встреч. It's all about humanity. We'll be right back.